Сказки это и ничего больше. Не знаю, кто такой брат Дженни Тиви, что он говорит. Нет. Мы не любим, когда низинники осматривают наши дома словно зверинец. Задавай и проваливай. Отец Эрик. Преподобный отец, значит? У нас в убежище всегда так было. Мы не задаем вопросы по поводу того... Мы живем не так, как в городах на низине. Если хотите... Похолодало? Они что-то скрывают. Уже иду. Котик, котик, где ты был? Следи за тем, куда пялишься, Алис. Стер. Да не волнуйся. Это совсем не то, что ты думаешь. Ясно. Я смотрел на твой нос. И чем же тебя так привлек мой нос? Я как раз думал о том, что нос у тебя в точности, как у твоей матушки. Кто ты такая? Тебя сюда не звали. Я первый спросил. Низинникам здесь не место. У нас ты ничего для себя не найдешь. Сиди своей дорогой. Что скажешь? Кто ты такая? Ты не из убежища. Мы... У нас редко бывают гости. Что я могу рассказать? Для меня это дом... Нет, никогда о нем не слышал. Товара у меня немного.